Это две огромные разницы, глобальная пропасть между тем, как звучит это и записывается все на телефон, и как это все вживую. Да, я согласен. Ребят смотрел в YouTube рилсы, и когда слушал через телефон, динамики не передают реального звука, поэтому приезжайте сюда и вживую убедитесь в том, что звук они делают реально крутой. Вот в салоне думал, что будет какой-то гул или неприятное после там долгого рабочего дня, но когда машина стоит в пробке на небольших оборотах, звука практически нет, и это не раздражает. А когда хочется выпендриваться, включаете М-режим. И отлично и просто. И в космос.